По ветрогам я думала, море бушует. Нифига, извиняюсь за выражение. Ничего подобного. Тишина, спокойствие на море. Думала, сейчас как подойду, а тут волны. Смотрите, какое сегодня спокойное. Туда все уходит. На пляже никого нет почти что. Там сидят люди, отдыхают. Вот. Наша дама спит под облаками. Наш остров стоит. Вот. И водичка вот такая. Сегодня она что-то отошла. Обычно бывает глубже здесь. Наша церковь красавица. Что-то там реставрируют у нее, видите. Леса поставили. Ладно, я пойду за хлебом. У нас хлебушка нет. Я вчера, не вчера, позавчера. Ой, крабик сидит. Оп, в водичку залез. Я вчера, в пятницу, позавчера варила щи. Борщик, я не знаю, как правильно сказать. Вот. И сегодня у нас есть борщ кушать. Поэтому я не варю ничего сегодня. А хлеба нет, пойду за хлебом. Вот такая красота, спокойствие. Вот так вот. Ладно. Столики застелили к обеду. Время 12 с лишним. Готовятся, все равно ждут туристов. Сейчас спросила на почте. Ну, купила себе персиков. Не себе, а всем нам по одному. 4 штучки. И спросила, говорю, что, народу много? Она говорит, да, в основном, говорит, иностранцы. Ксения, это чужие. Иностранные. Ну, и приехавшие откуда-то. Как хотите, так переводить. Ну, типа того, что иностранцы. Вот, вот так спокойно. У нас ветроган, холодно. Костас у меня под одеяло залез на диване. А Вайс в кровати лежит под одеялом. Лежал, вернее, пока я не вышла за хлебом. Сразу подскочил. Как услышал, что я за хлебом одна иду. Вот. А вот так вот, видите, как спокойно здесь на море. Я даже в своей телогрейке ужарилась. Наши сулаки Эфес. Может, сегодня куда-нибудь поедем, покушаем? Не знаю, посмотрим. Вот. Такие вот дела. Посмотрели на море, девочки, мальчики. Мамочки и папочки, бабочки, бабушки, бабочки, бабушки и дедушки. Видите, бабушки, я вас называю бабочками. Вот, мои дорогие. Вот так вот. Тучи грозно ходят. Вот так. Или белоснежные лошадки облакам. Как вам нравится, так и пойте. Или тучи грозно ходят. Одно из двух. Ладно, увидимся. Сделала чай, сижу, пью. У нас же здесь стола сейчас нет. Мы его в дом занесли. Круассан, и у меня чай с апельсином, кажется, да? Да, с апельсином. И у меня здесь до сих пор лазит этот богомол. Вон он, видите? Спрятался. Думаешь, я тебя не вижу, да? Спрятался. Вон он какой красивый. Он сидит сегодня весь день здесь. Уже время 3 часа, а я ходила в магазин уже в 12. 12 он все сидит здесь. Вот так вот лазит по этой периле туда-сюда. А я думаю, сяду сейчас на ветерочек, чаечек попью. У нас такой ветер, что так похолодало. Вчера я приехала в этом самом, в летнем платье, в сарафане. Коша идет. Видите, как смотрит сразу. Видите, как смотрит. Они здесь не привыкли. Их здесь бабушка зовет вот так вот. Они все... Вон, видите? Ай. Вот так вот. Ладно, мне хорошего чая пить. Сейчас чуть-чуть чаечек отстынет. Он горячий такой. Ой. И надо идти мне этот самый... делами заняться. Сейчас пойду в варежки, перчатки одену. Повыдираю всякую траву здесь. Не знаю, что посадить сюда. Зимних цветов у меня нету. Зимой какие цветы растут? Никакие. Не знаю, что делать. Ладно, увидимся, девочки, мальчики. Где у меня тут богомол? Исчез куда-то.
А вот он здесь сидит, вот он. Ладно. Смотрите, как он ходит туда-сюда, туда-сюда у меня по железке. Он только что был сзади меня, вон там, вот там, вот там, где кончалась труба. А уже сюда пришел ко мне, где я пью, сижу чай. Еще такой идет и качается вот так вот. Сегодня у вас видео в мире животных. Ой, в мире насекомых. Вот так вот. Вот он кушает все живое. Всех насекомых, которых он ловит, он ест. Вот так. Он не кушает травочку, не думайте. Хищник. Хищник из мира насекомых. Кто не знал. Ну давай, Пух, иди дальше. Чай вкусный был. Я постирала белье. Мне Вась принес развешать сюда. И я развешу потом белье. Я наслаждаюсь свежим воздухом. Девочки, мальчики. А, сейчас посмотрела, выпустила видео, не помню, когда. Короче, пришел комментарий. Что мне одеть на ребенка, на себя? Еду в отпуск. Ну вот, знаете, погода непредсказуемая. Ну, в октябре, в конце октября, после 15 октября, естественно, как все люди ходят зимой в Греции, это кроссовки, джинсы и куртка. И не забудьте зонтик взять с собой. Вот и все. И как пару кофт. И больше вам ничего не надо. Зачем вам таскать столько всего? Пару кофточек. Ну, естественно, трусики. И маечки. Как что вы там любите носить, я не знаю, носочки. Все. Под краником простернули трусики и носочки, чтобы не пахли ничем. И все, и оно у вас высохло. Если будете жить где-то в каких-то комнатах, где будет сдаваться на сменку. И все. Девочки, мальчики, шорты не вздумайте брать, потому что они вам здесь не нужны. Купальники тоже, если вы не купаетесь в прохладной воде. А так мы будем работать. У нас сбор оливок в этом году. У нас завал будет. В прошлом году у нас было немного, а в этом году у нас завал. Очень-очень много. Опять. Через год, вот, понимаете, через год у нас дают целую кучу всего. Год отдыхают оливки, дают по чуть-чуть, вот так вот, ну, по чуть-чуть, так вот рассыпано. А на следующий год снова. Через три, может быть, через четыре года вообще завал оливок, может быть, очень много. Это очень много. Я не знаю, сколько можно собрать. Мы когда купили, вот, не помню, когда первый год мы купили, мы выжили 800 килограмм масла. Где-то так. С двух участков. Это почти двойной урожай. В простой год 400-300 выжимаешь, а вот в тот выжили так много, что просто девать некуда было масло. Уже продавали по самой дешевой цене у масла это. Вот. Но в этом году, ну, так нормально будет. Ладно, девочки, мальчики. Вот так вот чаечек мой выпит. И я тут сижу с моим букетом хризантем любуюсь. Вот прям вот так вот облокотилась. Вот у меня на уровне глаза вот этих хризантем и вот этих колоколов моих. Я сижу такая довольная здесь. Релаксирую. Релакс полнейший. Ладно, девчонки, мальчишки. Шумят деревья. Наслаждаюсь. Хорошо. Завтра мы уже уезжаем в Волос. Девочки, вы не поверите. Смотрите. Ваникса! Молодец, не кричи. Смотрите, все повыдирала. Постригла вот эти цветы. Они многолетние ромашки. Видели, да? Белый, синий с голубеньким таким сиреневым внутри. Вот они. Вот они. Они многолетние. Мы их постригли. Не знаю, как будут расти. Вот этот сейчас буду пересаживать. Вас вытряхну из горшка. Надо его. Здесь луковица. Запыхалась я. Смотрите, какую гору выдрала. У меня аж руки трясутся. Вы не поверите. Заработала. Сейчас здесь подметать буду. Все здесь. Ой. Ой. Так вот. И все, пересадим эти цветы. Мне дала соседка.
вот эти вот луковицы. Они как, господи, как они, ой, в тапку мне. Вот, смотрите, сейчас я вон туда в угловую ее, вон туда в угловую перешлепаю, разберу это все дело. А один сюда посажу обратно, только надо землю. Ай, в тапку попала земля. Ах. Ой, хризантему срезали уже. Вон она, цветущая. А это еще цветет. Здесь ромашка будет. Вот эта ромашка с хризантемами. Ну, ромашка будет весной. Вон там еще ромашка. Запыхалась, извиняюсь. Вот. И вон, видите, пересаживать будем сейчас туда, под... Не знаю куда. А этот цветет здесь хорошо ему. Вот видите, как он цветет. Большой. Руки трясутся. И... Ладно, буду пересаживать. Увидимся. Землей завалила я девочки и мальчики. Насвинячила. Бардак полнейший. Вот, присадила, видите, все. То самое большое сюда посадила. Вот так вот он смотрится, видите? Этот ящичек. И Вась будет делать еще мне два таких на веранду. На веранду. И я оставила еще два ростка. Сюда пересадила цветок. Он такой же, как вон тот, только другого цвета. Сиреневого. Подпалить потом надо. Вась воду включить. И оставила здесь два. Потом мы их пересадим в такие же горшки. Он сделает. В один угол сюда, а в другой угол туда. Ну, короче, вот так вот. Вот. Здесь тоже все повыдирало. Сейчас будем железные эти горшки убирать. Будем пересаживать цветы вон туда, к этим самым, к бамбуку. Потом будем здесь где-нибудь когда-нибудь заниматься. Сейчас пока времени нет. Горшки освобождаются, потому что цветы отцвели. Фесная и до навалимы. Молодец-то. Все сейчас горшки, которые у меня земля, я все освобожу, соберу их. По возможности сложу, складу их. Складу, сложу, сложу, положу, выложу, доложу в угол куда-нибудь. Кому как нравится, по словарю. И Вася сейчас две ямы выроет мне. Выкопает. И посадим туда. Вот так вот. Сегодня фронт работы у нас закончен. И я буду потом зимой, не знаю, что здесь сажать. Вот эти по краешку гвоздички растут, они вырастут, нас еще должны будут цвести. Поэтому я ничего не хочу сюда сажать. Вот такие вот ромашки, надеюсь, они вырастут на следующий год, будут цвести. Перед тем, как будут цвести хризантемы. И вот эти большие ромашки белые тоже. Раз, две. Вон там три. Тоже будут расти. Еще вот эта хризантема должна распуститься. Она белая, кажется, у меня. Если не сирень, может быть, бело-сиреневая такая. Ногти мои, смотрите, я их решила отрастить. Думаю, сделаю маникюр. Какой нафиг тут маникюр теперь? Придется постричь. Вот. Ирисы мои. Наталке спасибо. Ирисы красивые мне привезла. Обалденные. У меня Костас до сих пор ходит в этом самом. Такой, знаете, в таком. От этого темно-сиреневого, темно-синего, от этого вот. Черного цветка от этого. Вот он до сих пор вспоминает. Мама, какой красивый цветок был. Я говорю, они размножатся и будет у нас их много. Розочка. Та розочка белая, которая, помните, испортилась, так и испортилась. И маленькие тоже испортились. Не растут они в этой штуке земли, не знаю. Не знаю, что здесь есть, не растут розы. У меня розы не растут. Дома там волосы росли, здесь нет. Такие две плюмп лепешки. Сейчас надо это все дело сюда рассортировать. Все подмести. Как листья падают, все так грязно. Сейчас покажу, куда Вася усадит. Подождите. Он один уже притулил, а другой вот сюда вот. Ты эхириза, то в тунту, пошла эту каламья, что коловта каламья. Так, я в тукин турки. Трактор мне пошел. Ага. Трактор. Трактор. Трактор едет там. Гремит, будет. Сейчас там. Ой. Вот. Офигеть, так.
И конец мигали трипа, нафиги мета риза, ине. О, боб, и на каламе, какие-то ты риза, ине. О, бо. Ты пута девгинь тафта. Смотрите, что делается, смотрите, какие корни у этого. Не сажайте у себя этот бамбук. Он вам засрет весь участок. Серьезно вам говорю, вот другого слова нет. Засрет. А он перешел от этого самого, от соседа к нам. Как он его вывел, я не знаю, Сакис. Постов гали Сакис автотаканамия. Натуру тысяч. Спрошу, говорит, как этот самый Сакис вывел его. А то он все занимает, абсолютно все. Денели бафья ризыш ми пошапавтон. Денели. Неглубокие у него корни. Сверху стелятся, видите? Вот. И все. Вот так вот. Ну, может быть, они будут здесь расти, может быть, нет, не знаю, я понятия не имею. Если что, цветы вот эти вот размножаются, вот так вот отламываете, цик, и прям в землю втыкаете, и он дает корни и прирастается. Вообще несложный выходит цветок, но он ядовитый. После него нельзя руки ни в глаза, ни в рот, ни в нос сувать. И дышать им тоже нельзя. Ну, как вот, посадили и сидите возле него, любуетесь, нет, нельзя. Так что на верандах у себя в доме нельзя сажать. Далеко от людей, налюбоваться и полюбуйтесь, и уходите. И все. Вот. Такой вот этот цветочек ядовитый. Но гадство красивый. Вот. Наверное, всегда все красивое и ядовитое. Я так некрасивая, я так не ядовитая. Ладно, все. Это я шутя. Помните, я его пересадила, он был пышный, цвел. Он на зиму исчезает листочки. Сейчас я его пересажу туда, в эту грядку в свою. Вот этот вот цветок. И знаю, куда прямо его в центре посажу. У него падают только семена, и он потом разрастается вообще, засоряет все. Но он очень красивый такой. Я не знаю, как он называется. Сейчас прямо он как он есть. Я его сейчас раскопаю ямочку и пересажу. Вот, и все. И у меня освобождаются горшки здесь всякие такие. Вот эту розу не знаю, куда притулить. Она сиреневая. В прошлой неделе, когда мы приезжали, она цвела. Вон, видите, у нее сколько цветков отцветших. Вот. Вот. Такие вот делишечки. Гвоздика, вот это вот уже сколько лет, уже 3 или 4 года цветет. Растет, и она вот такая вот страшненькая. Но она цветет, растет. Вот так вот. О, клубника! Бог ты мой! Фрауля, кокины! Ай, и здесь упала клубника у меня. Давайте их вот сюда посажу, вот так вот, пускай делает, что хочет. Смотрите, клубника. Клубника классная, красная. Съем сейчас тебя. Вот. Вот такие вот дела. А здесь этот самый. Пупас. Пупас, идой мы. Пупас. Спите, дынынка, дынош. Рядом. Кошка такая. Иди сюда. Эладо. Эладо. У тебя или котята, или ты беременная, а? Да. Эладо. О, Мурфи. А, у нее титечки висеть. Есть котятки, значит. И на визья фушкумене, эхи гатаки. Китай, лёпс-пс-пс. Китай. А мы что с Китай? Мы в имени. Мы пошли. Фунажит Магдалю. Магдалини. Магдалю, Магдалини. Ох, все. Тушу Григора пляп. Кифитепшис. Не, тора, тора, тора. Девочки, мальчики. 3 часа работы, ударила пальчик маленький. Ой, вот тут вот на моих тапке одела старый, надо выкинуть. Теперь хромаю. Ударила кочерышку, там вот там есть такая штука. Хотела ее подвинуть. Она, оказывается, тяжелая такая оказалась. И я как палец стукну. Метелку Вась поставила, не могу подметать. Ах, полила все. Все посадила. Все пересадила, все ободрала. Девчонки, мальчишки. Бабушки, дедушки, мамочки, папочки. Кто смотрит, кто не смотрит. Вот так вот. Много работать вредно. Ой, цветы все пересадили. Ну все, будет все расти. Будет все благоухать.
пока ничего сюда садить не буду. Будем думать, что посадить сюда на следующий год. И посмотрю, как будут расти эти ромашки, вот эти многолетние. Может быть, даже ничего садить и не буду. И уже тот, который цветок сказал, пересажу, не могу нагнуться, палец болит, даже пройти не могу. Я не сказала ему, что я палец стукнула. Сейчас будет меня ворчать. Ладно, увидимся. Бор еще здесь лазит. Вот, смотрите. Богомол. Уже время, солнышко заходит. Уже все. Смотрите, что делается. Еще лазишь ты здесь. Давай, иди уже спать. Лазилка качается. Бери, выстирала полотенце с моря. Выстирала все, чтобы убрать их в шкаф. Развиваются. Высыхают. Все, девочки, сижу на стуле. Палец свой жду, пока придет в порядок. Ах, ладно. Ох, не до релакса.